Ну, я не впервые присутствую на таком диалоге уже. По-моему, в 17 или 18 году здесь под Питером, где-то в каком-то президентском дворце, была большая встреча. И православные, и католики, и протестанты все были. Вот мы представляли наш союз РосХВЕ тогда. Вот, и помню, владыка Иларион Алфеев, он говорил о том, что как бы, что в рамках там, молитвы мы не можем с вами сотрудничать с протестантами, были баптисты, адвентисты и все остальные, но вот в рамках диаконии, так обозвали это все, социального служения, мы можем работать все вместе на благо нашей страны, на благо России, объединяться. Но я думаю, что, наверное, действительно, вот прошлый год он показал, что мир меняется, меняется очень быстро. И рамки и границы, по-моему, надо расширять. Люди этого хотят, церковь этого хочет. Мы должны менять. Никто за нас не поменяет ничего. И расширять общение, расширять братские какие-то связи. И в том числе такие диалоги вести. Я очень рад, что меня пригласили. Это вот впервые. Да, надеюсь, что вторая часть последует уже у вас где-то в Питере, наверное. Да? И, наверное, мы тоже пригласим еще кого-то, чтобы начать. И, может быть, немножечко добавлять к лютеранскому, да, и других евангеликов тоже. Спасибо большое, друзья, спасибо, братья, епископа, спасибо вам большое за приглашение, за участие. Благослови Господь.